И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на карте операции. Я что, все время говорил с модом операции? Блин, я тут... На карте операции. В общем, продолжаем выживать. Внутри дома я уже установил нужные мне приборы. И даже начал немного путешествовать. Но понял, что это, блин, давай я лучше посвящу этому целый выпуск. Не знаю, почему я хочу так. Долетел, видите, докуда. А дальше у меня сломался металлический нагрудник, на котором были крылья, и я рухнул вниз. Не сдох, нет. Кстати, погодите, а у меня тут это? Ну, естественно, нету. Ну, в натуре лошара. День 14. Нет, не сдох. Я упал в воду, к пираньям, выбрался наружу, залутал траву, сделал себе тканевый нагрудник, надел на него крылья и побежал обратно. Да уж, я чутка офигел от того, что он ломается, честно. Ну да, я потом просто летел на далекие расстояния, просто так навелся и смотрю, да, прочность утекает. Поэтому у меня сейчас 3 нагрудника здесь. Один надет и 2 в инвентаре. Крюк-кошки не работают, они... Не знаю, может и работают, но нифига ни за что не цепляются. Зря потраченные ресурсы, зря потраченное время. И ужасно, короче. И я решил, что да, нужно найти место, но место, блин. Эта карта настолько красивая, что выбрать место здесь очень тяжело. В целом, я что хочу? Я хочу, чтобы место было светлым. И желательно освещенным. Потом я залез в карту ресурсов, и угадайте что, вот все, что я вот это исследовал, там нет ресурсов. Да, дерево есть, волокно, все дела, но нормальных ресурсов нету. Металл, все вот эти дела нету, они все находятся либо там, везде, кроме того, где я обследовал. Да, там красиво, да, там прекрасно, но нету. Блин, я вспомнил, из-за чего я залазил туда. Я хотел посмотреть месторождение газа, где находится. А потом увидел, что там места нету для ресурсов и закрыл все это дело. Пойду гляну. Да уж. В общем, как я и говорил, даже... Да, они там есть, но их не в таком большом количестве, как бы мне бы хотелось. Да, и где я нашел местечко такое красивое. И она, кстати, часто на серверах занята. Там, понятное дело, вообще ничего нету, даже близко. Там единственное, что есть, это близко выход на поверхность. Ужасно. Ужасно. Но, я точно могу сказать, вот это место кайфовое. Оно красивое. Черт побери, просто как. Здесь скаты какие-то здоровые, как будто бы, я не знаю. Вот это вот место, оно очень красивое. И честно, я бы здесь бы и построился. И я к этой мысли пришел тогда, когда я стал возвращаться назад. Вот реально. После вот этих всех путешествий и так далее, я возвращался обратно и такой думаю, пролетая мимо, смотрю и думаю, блин, какое же красивое здесь место. Освещается. Освещается все дела, но... Давайте полетаем. Во-первых, я всю карту не облетал ни разу. Не путешествовал полностью по всей карте ни разу. Это, пожалуй, упущение. Нормальное путешествие можно сделать только на Дрейке. Дрейк, он лазит по скалам, он летает, и все очень даже хорошо. Помповый дробовик у меня теперь есть, так что... Путешествовать намного легче, да. Он мне уже не раз помогал в этом... нелегком путешествии. Вдоль реки всегда есть каркиносы. Это полимер, это хитин, то есть цементная паста и вообще просто суперское все. Поэтому сильно далеко бы я отсюда тоже бы не улетал, чтобы в целом, у меня, конечно, сейчас вот в голове безумная идея, но пользуясь зиплайнами и... Че там внизу? Красненько так. Руб, что ли, чей-то?
А, так он на берег вылез. Пользуясь зиплайнами, пользуясь вот этими крыльями, я словил себя на мысли, что я не хочу пользоваться телепортами. Камон. Вот реально, это первая карта, где я не хочу пользоваться телепортами. Единственное, да, я не спорю. Пользоваться телепортами придется, чтобы сэкономить себе время. Особенно если я построю где-то далеко от места рождения металла. И у меня вариантов просто не будет. Мне придется пользоваться телепортами, чтобы я мог быстрее добираться из точки А в точку Б. А не тратить назад. А не тратить дофигища время на все это дело. Нужно забраться повыше. Вот что я не взял. Я про них забыл. Они у меня практически поломались, возвращаясь назад. Ха, смешно. Кстати, вот это вот место, вот это сбоку, тоже очень прикольное. Типа, стена есть сразу и так далее. Но, блин, место должно быть не просто красивым, но еще и функциональным. То есть, к примеру, вот здесь я смогу добираться диносами и так далее. Там уже нет. Ну, могу, но намного сложнее это будет сделать. Да, конечно, можно построиться на мосту каком-нибудь и типа, о, какая разница, я ж могу здесь жить. Ну, зачем? Зачем? Я свои хоромы построю. Такие же дебильные. Да, добрался не без приключений, но добрался до дома. Сейчас вернемся обратно и продолжим. Кстати, около дома я сделал подъем на зиплайн, точнее, зиплайн-подъем. Наверх. Вот он дом. Вот мы пойдем наверх. А вот туда можно забраться через вот это. Сейчас покажу, что там. Так. Единственное, что вот да, по природным немножечко неудобно забираться, что иногда нужно с помощью крюков подниматься. Но подняться можно. И да, я ошибся, здесь нет металла. Какого фига, я думал, что здесь наверху металл, но наверху кристаллы. Кристаллы, газ, все дела. Ну, в общем, ничего интересного тут как таковой не было. Единственное, что могу сказать, здесь были опустошители, которых я завалил, так как они были мелкого лобла. А металл где-то вот в том районе. Но там, в том районе, кстати, выход наружу. И там практически изичный выход наружу. Да уж. Для чего я сюда поднялся, кстати? Для того, чтобы можно было легче спуститься вниз. Ну, типа, камон, отсюда можно полететь и полететь. Да и в целом лучше видно немножечко обстановочку снаружи. Что? Как? Да где? А, летим туда. Все трясется, все шатает, но мне пофигу, я летаю. Да, надо было сразу сюда забраться. Намного удобнее вот так вот, честно. Ну что, летим. Опять-таки же, основные ресурсы, как я уже сказал, либо там, но красивые места, там, где нет ресурсов. Это ужасно. Честно, ужасно. Я не знаю, как с этим смириться. Но я все еще хочу облетать по максимуму поверхности, скажем так, и посмотреть, может, я все-таки найду красивые места и там, где, собственно, есть ресурсы. Так, вернулись уже на то место, где до этого были. Кстати, вот туда давай сгоняем, посмотрим, что там. Кстати, я забирался там по кишке наверх, это было очень смешно. Не сейчас, а раньше. Я думал, мало ли, можно ли выбраться как-то наружу. Там типа есть предпосыл на то, что можно выбраться наружу. Ну, типа можно выбраться наружу. Но как бы ты бы ни старался, ты не выберешься наружу, кроме тех мест, которые предполагаются игрой. То есть вот я про... Ешки, вот про вот эту вот кишку, там есть другая кишка, то есть там
Она больше похожа, конечно, на хребет. Но типа по этой кишке можно забираться наверх. Вообще изначально я хотел построиться вот около такого освещения, чтобы типа днем у меня тоже было светло. Точнее, и днем, и ночью было светло. Но да, я уже понял, что потом к потолку. Я уже забирался как-то около одного освещения, и там оно просто тупо под потолком, и ты типа с этим ничего не сделаешь. А, вот, и, соответственно, это освещение сразу же в топку. Халявы не видать. И все дела. Там спуск вниз. Вниз я не хочу. Ну, в смысле, внизу строится. А вниз это будут чисто вылазки за ресурсами, за нужными ресурсами и динозами. Поэтому, ну, как бы такое. Строиться хочу в зеленке. Я хочу, чтобы вот ты пришел домой, и тебе радует красивая обстановка. Как внутри, то есть красивый дом, так и снаружи, то есть ты выходишь, а там красота просто. И прям вах. Да, поэтому, ну, как бы, не судьба. Так, я вот смотрю вот это место. Оно прикольное, оно освещается, но оно маленькое. То есть расстраивается куда-то дальше, и, соответственно, будет темное место. Погнали, я сейчас покажу, где... Конечно, да, вот такие вот видосы лучше на стримах делать, типа, но я выпускаю все заранее, я не делаю день в день, и сейчас, сегодня вышла первая серия операции. Да, у меня просто там был колоссальный отдых от Арка. Честно, нужно было подольше отдохнуть, но ладно, бог с ним. И так нормально. Ну вот, и... Вот, не туда лечу. Я явно не туда лечу. О, нифига себе, как я далеко явно не туда лечу. Вот, и как бы день в день я не делаю, поэтому, ну, вот, как-то так. А тогда вот такое вот путешествие лучше всего на стриме делать, и прям конкретно было бы идеально. Возможно, какой-нибудь Extinction я и запущу именно так, не знаю, может, Genesis, либо еще что-то, то есть с перерывами на стримы. Там видно будет, что, как и где. 12 левел, справа Василиск. Отвратительно. Но бежим. Где я? Бежим дальше и туда. Ох, здесь по этой карте можно блуждать долго. Она огромная, она здоровая, она красивая. И вот здесь точно сработает хильна. О, поднимемся вон там. Потому что полетом я точно не доберусь. А вот через зиплайн я смогу пробраться дальше. Да, через вот так вот тяжело смотреть, но через альт, мне это на альт, очень даже удобно. Я не знаю, что будет, если я прыгну. А не вот, слушай, господи, я всегда очковал, честно, очковал прыгать. Ну, типа, как ты можешь прыгнуть и больше не вернуться. И я вот сейчас смотрю, офигеть! Здесь ярко, здесь освещенное вот это место, да? Слушай, а нифига. А чё, я подошел, оно перестало светиться. Я хотел сказать, что здесь освещенное место, которое ночью светится. А нифига! Нифига оно не светится. Так, 32, 32, 8. Я находил здесь 80 левел, но, типа, там оно, понимаете, да, что 80 левел это ни о чем. Так, ночью оно не светится. Окей, интересно, а где же, который ночью светится? Ну, ночью, видать, светится только вон те. Ну, это, понятное дело, это все фигня. Слушай, каких диносов томить я еще не придумал. Но, по идее, нужно томить модовых. Модовых это не аберрант на медведь, там и вот это все. Нет, модовые это... То есть, которых добавляют моды. Это Кротокрыс. Так, давай яркость врубать. Это Кротокрыс, это Василиск. То есть, ну, как бы, те, которые добавляют мод. Пошел ты! Пошел ты, сказал! И ты туда же иди. Нападают они на беззащитных и безоружных. Чтоб вас всех! Понятно! Вот все вы так вот нападаете. Я еще и люблю вас стрелять, а потом это... Опача. А потом вот в этих поросер попадаю жирных. Они бегают за мной. Такс.
Ну что, где я? Где я? Слушай, где-то вот в этом месте я грохнулся, да? Да, я вот в этом месте грохнулся, вот на это. И вот где-то там я грохнулся и побежал пешком. Ну, то есть забрался наверх, залутал и побежал. А потом уже... Хоть как-то да выжил. Ай, да что-то не вовремя глянул. Сейчас покажу это место. Вы уже хотя бы немножечко сможете сориентироваться, про что я говорю. Там где-то подъем наверх. Да, правильно, я показываю, где-то вот там вот подъем наверх. Это подъем на... То есть выход наружу. И это удобно. Это удобно. Слушай, что за синее свечение такое? Понятно. Тихо. Не надо ко мне идти. Спасибо. А что это за синее такое свечение? Блин, оно классно. Это просто свечение? Или там что-то под землей есть? Мне интересно. И пошли вот. Блин, классно. Погнали. Блин, честно, вот сериями по 20 минут здесь можно... Три выпуска. Так, 60. Три выпуска вот так вот своим путешествием только закрыть. Ну, это как минимум будет глупо. Ну давай. Да не хочу я тратить. Эй, пошел ты, короче, козел. Отлично. Хоть и показывал красное, но я выбрался. Если не ошибаюсь, это вот это место. Да, вот это вот место. Оно чаще всего занято. То есть вот реально на серверах оно чаще всего занято. Почему? Потому что здесь такая более или менее, конечно, да, кривая площадка, но более или менее ровная. Здесь днем хорошо освещается, прям красиво. И ее поэтому занимают. Но честно, ночью я вот здесь смотрю. 110-й. Блин, да ну электрика же, ну электрика, камон, электрика. Мне ее создавать лень. Вот. Сейчас я смотрю днем, ночью, и я понимаю, что... А здесь-то не очень. Вот реально, ночь-то здесь не очень. Блин. Единственное, что да, чтобы освещать себя и ночью, и днем, можно построиться вот в этих местах. А, там, соответственно... Типа голограммы, и они освещают постройку. То есть вот они, эти голограммы, и они освещают, и типа прикольно. Но не очень. Здесь свет неестественный. Синий. Мне он не нравится. А значит что? Пошло оно в задницу. Братан, да вы прям близок к этому. Хорошо, сеструля. Я тебе говорю, прям было близко. Я еще бы чуть-чуть бы и в тебя бы тоже бы бабахнул. Но тебе повезло. Ночи проходят очень быстро. Сейчас, кстати, это прям необычно для меня, конечно. Никаких настроек не менял, все как это. Но здесь в целом ночь проходит быстро. Я не понимаю, с чем это связано, но это прикольно. Ай, ё-моё, уже так много времени прошло. Вот. Место прикольное, место красивое. Оно вот это освещается естественным дневным светом. Это классно. Но ночью оно не очень. Как оказывается. Я такой привередливый. На воде, кстати, тоже строится. Я видел. И... Даже в этом есть свой смысл, назовем так. Но нет. О, братан, ты что там бегаешь-то? Нифига себе. Не надо бегать. Я не хочу с вами сталкиваться. Поэтому бежим дальше. В целом, если вон там пробежаться, там тоже есть подъем. Слушайте, а погнали туда. Там где-то можно залутать элемент, если я не ошибаюсь, прям около поверхности, то есть не выбегая наверх. О, слушайте, а давайте вот это и как раз таки глянем. Сейчас вот туда сгоняю. Да пошел ты в жопу, ты что в пустоту-то врезался? Да мать твою за ногу бесишь. А, просто здесь хищников дофига, а я
пустое место врезался. Туда сейчас сгоняем. Посмотрим, что, когда, где. То место я нашел, не помню как, но там есть, если не ошибаюсь, тоже рядом. Или пещера рядом, или подъем наверх. Тоже такое знаковое место для этой карты. И там вроде бы либо металл я лутал в большом количестве, либо элемент лутал в чуть-чуть количестве. Ну что-то я для чего-то туда точно постоянно тусовался. Вот, поэтому наверх бы подняться туда. Было бы намного лучше. И безопаснее, наверное. Это не точно. Ну ёпста, дай. Ага, отлично. Стега еще живой! Он спасет. Вот. Вот там уже выход наружу. Это я точно знаю. Здесь грибочки, я на них не раз наступал. И здесь уже на меня, если не ошибаюсь, нападали эти козлы мелкие. Потому что я помню, что я от них здесь удрапывал. Эти. Безмяны или как там они? Вот. Поэтому. Я знаю, что есть жопа, поэтому не хочу здесь тусоваться сильно. Так, ну здесь тоже говно левел. Да, я иногда смотрю опустошители, есть ли хороший левел или нет. Но все говно! Пошли вы в жопу! Не догоните меня! О, Василиск, добрый вечер! Благо, вы не как големы. Вот спасибо разрабам, что они не сделали еще дополнительных големов, в которых ты просто бежишь мимо и очкуешь с них. Эти хотя бы торчат усы у них, и в целом на вот этой вот там трубе их видно. А что, где, да как? Что-то 17 такой левел. Ужас! Ужас! Но это опять-таки же фигня. То есть побегать, позачищать и нормальный левел заспавнится. Седло для скорпиона. Ну, точно мне не нужно, но залутаем, почему бы нет. Скорпиончики я томить не хочу, считаю, мне его не сильно нужным, поэтому не томлю я их. Скорпионов я томил один раз, ну так, целенаправленно. Это когда я... Ой, это было очень-очень, прям очень давно. Это когда я тестировал томление, оглушение Яки Церпуатля с помощью Аргентависа. То... Да, с помощью Аргентависа. То есть ты хватаешь Аргентависом Скорпиона... Оставишь скорпиона на агр и пролетаешь мимо Кицеркуатля, он его жалит и типа оглушает. Говно способ. Вот, мне не нравится. О, добрый вечер! Короче. Тренди там дальше. Блин, на тебя плевать. Этот, ну, если не ошибаюсь, это рок, по идее, должен быть. То есть, когда вот так вот красненькие такие полосочки, типа, о, еще что ли? О, да пошел ты в жопу, ты то же самое сейчас говоришь. Такс. Ладно. Перебивает он меня, козел. Так. Я был, получается, где? Вон там? Ну, слушай, это неплохо. А, сейчас бы опять не зацепить это место, чтобы не огрыть. Ой, давай, 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 давай. Ах, отлично, долетай. Да пошел ты в жопу! Задалбывает. Если бы я еще на одну такую же нарвусь, на ту же самую реплику, я Хелену отрублю. Ей-богу. Да одна и та же реплика. Ладно, были бы разные. Но нет, это же одна и та же реплика. Чикс, не увеличивает. Мне просто ее увеличивать уже некуда. Так. Кто там? Там все нормально. Ага. Все правильно. На зип-лайне. Да пошел ты! Сорян. Не, ну одну и ту же реплику, ну камон. Так, здесь можно как на волках пробраться, а, точнее, опустошителях зиплайн, либо крылышки. А, я думал, она там так и будет торчать. Нет, слава богу. То есть здесь
перебраться довольно-таки легко и не сильно сложно. Но здесь что-то явно было, из-за чего я здесь тусовался, это я точно помню. Так, вот здесь лучше... Эп. Отличненько. Чуть цепляться там не хотела сразу. Нет, это лучше светит. Луч фигня. Ну, потому что он белый, поэтому луч фигня. Шкаф. Ужас, не. Это ужас. Я даже лутать не хочу. И сейчас бы вспомнили, где я это дело находил. Около входа в пещеру там были синие частицы или что там. Честно, не помню. Был там очень давно. Прям очень прям. Прям. Да. Потому что реально я набираться я играл очень давно. Как бы это бы странно не звучало. Но если не ошибаюсь, я в нее играл, когда я купил себе DLC. Ну, короче, практически на выходе. И вроде бы в ту сторону я иду. Вот такое вот синее свечение должно быть около входа в пещеру. Но меня больше удивляет, что здесь никого нету. Диносы заспавнены везде, но здесь никого нету. Это прикольно. Я ни на что не намекаю, не надо мне тут спавнить никого. Даже начали появляться. Вот, ну, в целом было удобно, когда никого не было. И я мог нормально забираться. А, отлично, это хорошо. Попить надо. Кстати, очень удобно, сытый гриб пополняет по 3 еды. Я очень крайне доволен сытным грибом. То есть его похавал и как бы быстро восполняешь еду. Блин! Я что, так далеко что ли забирался? Ужасно. Серьезно? Как далеко? Или все-таки оно где-то там? Ну-ка, давай сгоняем, там глянем. Нет, точно не оно. И заметочек здесь нету. Зато есть грибы, блин, которые меня отравят. Нет? Ну и слава богу. Кстати, двойная польза цитного гриба. Он защищает от отравления и насыщает некисло. Извини, нужна электроника. Так. Что, блин, реально мне казалось, что он где-то в другом месте. В том, где я прошел уже. Я так далеко забирался. Да вот же ж оно. О, блин. Так, секунду. Такой звук, знаешь, как будто колокола какие-то. Даже специально музыку выключил. Тише. И все сильнее и сильнее в левом ухе. Ну да бог с ним. Обратно музыку включил. Вот где-то здесь. Приземлилась. Отличненько. Так что... О, прикольно. А мышки хитиновые, это хорошо. Так, врубаем яркость. Что я здесь мог такого лутать? Так, с это косточки, это не то. Но вроде бы они не лутабельные. Да, они на вид такие не лутабельные. А что я здесь мог такого лутать-то? Что я сюда для чего-то гонял не раз. Или для чего-то здесь рядом, что было. Так. А там уже пекло. Нет, я туда точно не пойду.
чего я сюда тусовался? Ведь выход на поверхность есть и в другом месте. Хм, черт его знает. Или может тогда, когда я играл, здесь что-то было другое. Дополнительное. А, не знаю. Одно я точно знаю. Строиться здесь не хочу. Не очень-то красивое место. Ужас, полчаса я уже туда-сюда. Сегодня, конечно, больше, потому что я некоторые места еще вырезал. Но, ну, кстати, здесь есть газ, здесь светло, здесь есть вода. Ну, по сути, это все есть там, где я уже построился. Дрейк, твою мать! 140-й, ты серьезно? Спасибо, не хочу к тебе подходить. А там уже все, там уже спуск вниз. О, добрый вечер. Блин, надо еще научиться приземляться по-нормальному. А там уже все, спуск вниз и ухожу уже в другую зону. И вот, кстати, да, там ресурсы как раз таки есть. Что могу сказать? Жопа! Я так и не нашел место под постройку. По ходу дела нет ничего лучше, чем то, что где я нахожусь. Ну, практически там. А где-то? Я думал, ты дальше пойдешь. Скотина ты! Куда? Да уж, в общем, блуждая, летая, я ничегошеньки не нашел, если уж на то пошло. Единственное, что да, я полетал по тем местам, которые у меня отложились в памяти, и я про них помню. И да, они что там казались намного интереснее, по крайней мере, раньше. Сейчас же я понимаю, что нет, то место, где я построился... Оно ничем не отличается в этом плане, то есть оно, по сути, плюс-минус то же самое, то есть от долгого переезда я ничего не получу, никаких ни плюсов, ни минусов. Пожалуй, единственное, что я минус получу тем, что за металлом мне нужно будет дофига далеко бежать. Да, есть телепорты, но типа, камон, вообще как-то пофигу. Так, а вот фигня непонятная. Ладно, чё... Погнали обратно. Ужас. Да уж, вот смотрю на это место и понимаю, что лучше-то место я и не найду для себя. Я еще по диагонали пролетел немножечко. Посмотреть, что как где, там тоже не очень. Пошел несколько спусков вниз и да. Лучше места и походу не найти. Здесь светло, как днем. Здесь, кстати, есть обычные деревья. Здесь такая система, типа туда, куда свет не попадает, там растут грибные деревья, а там, где растет свет, там растут обычные деревья. И это было очень смешно, но мне приходилось лутать по большей части вот такие деревья из-за того, что на тот момент в модах на стак не было добавлены грибные деревья. То есть там они были как на офе, весили сраного тучу и ужасно. И приходилось вот эти вот деревья рубать, чтобы хоть как-то нормально приносить домой дерево, потому что веса было очень мало. Здесь, кстати, вот 80-й опустошитель бегает. Да, самец, слушай, самец, прикольно. Я где-то 80-ю самку видел. Да. Или это была самка 76-й. Но не в этом суть. Суть в том, что, походу, да, я реально буду строиться здесь. И, как вариант, вот на этой ровной площадке, либо... Ну да, как вариант, на этой ровной площадке. Соответственно, конечно же, все диносы отсюда выселятся, потому что я узурпатор, этот, как там, занимаю территорию бедных диносов, вот, выселяю их, потому что они мне здесь не нужны и так далее. Все мы такие. А что поделаешь? Да, как вариант, все-таки вот здесь все буду строиться. А лучше-то место не найдешь. Ужасно.
ужасно потратить столько много времени впустую на... Ну как впустую? Слушай, не впустую. Я разведал карту, посмотрел, что как где. Если в кому-то из вас какое-то место нашлось, приглянулось, это же здорово. Это значит уже, если хотя бы одному это видео помогло найти что-то для себя, это уже не зря пройден путь. Это во-первых, а во-вторых, для себя я все-таки не кисло так разведал территорию и узнал, что как где. Возможно, еще там. Слушай, дай-ка гляну. Ну, прикольно. Прикольная площадка. Но, опять-таки же, тоже сюда добираться довольно-таки сложно. Там круголя давать, все в таком духе. То есть, можно, так сказать, спуститься, полутаться, это использовать телепорты я бы не хотел. Ну, реально, я бы хотел бы по минимуму все-таки ими пользоваться. Да, все-таки буду строиться там внизу. Вариант вот там. А что поделаешь? Ну, и бог ты. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. И еще кирки там меняйте почаще, альпинистки, а то это не очень приятно, когда она просто у тебя в руках ломается, когда ты куда-то ползешь. Теперь точно пока.